Хайки, привет, друзья, пусть вам все такое бомбезненькое солнышко светит. Так, друзья, смотрите, как прикольная лампочка выглядит. Я еще додекорирую веревочкой пеньковой. Вообще будет просто, будет топчик. Смотрите, как она. Опа, включаюсь. Как НЛО. Полетели. Итак, в общем, друзья, короче, все, эта люстра готова на это помещение. Теперь нам надо сделать вторую люстрочку в виде хэштега. Сейчас пойдем, покажу, как ее делать. Так, друзья, вот такая будет люстрочка. Блин, тут заляпал пол так клеем, конечно, жалко. Прым. Итак, вот смотрите, в таком вот плане она будет. Кстати, кто знает, хэштег идет под наклоном или не идет под наклоном. Но разбежность я ему дал по полмиллиметра по сторонам, то есть чуть-чуть наклончик вот этих вот направляющих будет. Потом еще надо будет ее покрасить, засверлиться. И сделаю, наверное, вот тут вот две такие лампочки. Будет, короче, светить на том помещении. Думаю, будет прикольненько. Там еще дополнительно будут висеть прожекторы. Ну так, смотрите, вот это, короче, сейчас мы по половиночке делаем впил с этой стороны. Потом она еще туда как бы в замок зайдет. Будет вообще прикольненько выглядеть. Потом это все соединим, покрасим и подключим электрику. Ну, все, сейчас надо, короче, пилить. И сделать кофе. Go! Давай, time to go! Смотрите, главное, чтобы... А не ошибиться, надо сразу подписать 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Это что потом, когда в плане пилки резки, не перепутать вот этот вот наклончик, который, чтобы был у нас. Вот таким макаром сейчас еще вырезаем половиночку отсюда, половиночку вот отсюда. Потом вот так вот делаем зацепление. Все, идем пилить. Смотрите, как в ходе эксплуатации все поменялось кардинально. Вот видите, сделали зацепление. Изначально я думал... делать вот такое зацепление, чтобы оно было как бы гладненькое, запад лицо, то есть вот таким вот образом, да, вот оно шло. Ну, что-то в процессе улучшения светлого дыма, я так подумал, что зацепление, наверное, я сделал только на одной стороне, а выглядеть это будет вот так, то есть выступающую часть я ее так вот оставлю, то есть она будет вот так вот чуть-чуть выступать. Вот таким вот макаром, и вот получается такой вот, оп, сейчас тут надо выставить еще. О, вот таким макаром будет вот такой вот хэштег. Тюнь-тюнь-тюнь, ставим лайчик, пальчик, мам-мам-мам. Смотрите, как прикольно выглядит, опа, будущая люстрочка в виде хэштега. Все мы соединили, сейчас надо зачухать вот эти вот края наждачечкой, более так округлить, и все, и будем ее, пускаем ее под покрасочку. Будем ее красить в цвет палисандр. Вскрывать будем три раза ее. И все, сейчас, короче, все прокрашиваем. Помните про вот этот лайфхак, который вкрутили саморезики? Теперь мы сюда вкрутили кронштейники и сюда по углам саморезики, чтобы когда переворачивать, красить во всех местах, не было контакта с пленкой, чтобы пленка не оставляла потом такие разводы. Все, в общем, сейчас, короче, мы ее... все, перекрасим. О, смотрите, я себе еще маленький такой сделаю светильничек. Там на прихожей, короче, будет тоже сюда флакончик поставлю. Ну, короче, дальше покажу, как это будет. И все это будет декорироваться веревочкой толстенькой такой пеньковой. Так, ну все, сейчас, короче, крашу. Вы можете сделать кофе-гоу. Так, прокрасили ее последний раз. Присыпали все это золотом. Видите, вот золотишко, золотишечко. Это тоже малышечка будет. Сейчас она еще более-менее подсохнет. И будем расставлять уже вот так вот светильнички. И вот такой вот будет у нас хэштег на две лампы LED. И вот эту вот одну малышечку сделаю, точнее сделаю для прихожей в коридоре, тоже обмотаю веревочкой, но это дальше уже такую как декорацию, скажем так, сделаю. Будет вообще просто, блин, бомбезненько выглядеть. Потом ее поменяем вот эту вот лампу на вот тот хэштег. Думаю, будет вообще бомбезненько. И будет попадать как раз свет на фото-видеозону с золотым торшерчиком. Мне так прикольно, вообще классненький такой, прикольненький. Ну так, друзья, пока, вместе вам классного, хорошего урожая. Не забывайте приобретать тканевые горшочки Грунюк от литра до 1000. Так же самое гидропонная система Aquapod Click. Ну что, друзья, все ссылочки будут внизу. Всем классного, хорошего урожайчика. Пока, можешь сделать кофе-брейчик.